Всегда есть предатели. Но кто на этот раз? Друзья? Семья? Окружающие? Возможно, даже ты сам? Они хорошие? Ты хочешь защищать их? А я им не доверяю. И тебе не советую. Кто там, говоришь, тебя обидел? You are gonna die. Life is meaningless when you fucking cry. No one gives a shit. You got the tell me, think, love me, you really got me, honey. Настя, я ухожу. Пока. Кстати. О боже, я знаю этот тон. Что мы натворили? Ты думаешь, я веду список? Итак, вчера мы сломали подушку. Два синтезатора. У нас есть синтезаторы? Один цветок. И все. Я просто хотел напомнить то, что вы не прочитали ту книгу, которую вам давали в садике. Что, вы сломали второй синтезатор? А у нас был пи***. Чё это за сайт? О ты, Андертуб, как много здесь крутых видосов. Надеюсь, мой канал тоже когда-нибудь станет популярным. Я знаю, как собрать много просмотров. Засади рекламку! Сколько лютиков сможет съесть человек, пока смертельно не заболеет? Там уже больше 500 тысяч. Больше? Алло, Зарина, а ты в данный момент где находишься? По дороге в Шереметьево, наверное, ну как я понимаю, я просто не разбираюсь. Зарина, ты по дороге в Шереметьево? А мы в Домодедово, Зарина. Так машин у нас тоже нет. Можно ли разбить ебало человеку, если он вас заебал? Не можно, а нужно это сделать. Но после того, как вы въебали человека, и вы видите, что он гораздо сильнее вас и агрессивней, запомните одно правило. Быстрые ноги пизды не получают. Не смей даже подходить ко мне и к моему сыну. Это и мой сын тоже. Не смей даже подходить ко мне и к нашему сыну. Вступайте в наше сообщество звездных санцев. Здесь вас ждет избиение со стороны плохих ребят, постоянные проблемы со здоровьем, недосыпы и нервные срывы. После этого я захотел только выйти. Выйти в окно. Окей, признаю, это ужасная реклама. Хоть раз в своей жизни, маленькой и коротенькой жизни, быть адекватным хотя бы одну минуту! Нет! Ну, я тоже нет. Ну, нахера это нужно?